Девушки демонстрируют необычную на первый взгляд одежду. Бархатная челма, платье из того же материала, поверх которого на плечи накинули кардиган со сложным вышитым орнаментом в этном стиле. Модницы смогли оценить и пальто без рукавов, тренд этого сезона, который также выполнен с элементами этники. Следующие модели удивили не только сочетанием материалов, но и техникой работы. Дизайнер совместил тончайшую органзу и грубый войлок. И хотя не все работы соответствовали заявленным на конкурсе задачам, модельерам фантазии не откажешь. Это первый районный этап конкурса. Второй этап пройдет в рамках области, а затем состоится самый главный – республиканский. Сегодня в районном конкурсе участие принимают более 20 дизайнеров. Основная цель, которую преследуют организаторы конкурса – это привлечение внимания к уникальным ценностям казахского национального костюма. Стоит отметить, что дизайнеры не забыли и про сильную половину человечества. На суд зрителей и жюри конкурса представили мужской ряд одежды. Выход на подиум детей вызвал шквал эмоций. И несмотря на то, что костюмы демонстрировали непрофессиональные модели, на подиуме дети вели себя совершенно свободно и раскрепощенно. Наш номер 5 колледж не первый раз участвует в таких мероприятиях, как сегодняшний, это районный конкурс молодых дизайнеров. До этого мы участвовали в международных конкурсах, республиканских конкурсах, занимали первые призовые места. Вот сегодня мы представили 5 коллекций «Неофольклор». И участвуют у нас молодые дизайнеры, студенты, а также и преподаватели, дизайнеры. Республиканский конкурс «Неофольклор» проводится в рамках проекта Национальной комиссии по делам женщин и программы развития ООН в Казахстане. Победители республиканского уровня примут участие на международной выставке «Астана-Экспо-2017».